Рад вас снова приветствовать, дорогие друзья. Мы продолжаем прохождение Героев Меча и Магии. Часть 5. Дополнение Повелителей Орды. Первая миссия за мага Зихира у нас сейчас идет. И мы вроде как уже потихонечку вышли на хорошую армию. То есть у нас относительно все так более-менее складывается. Но пока еще не ясно, потому что мы что попробуем. Кстати, твою мать, колдовская награда. Ладно, хрен с ним. Уже выучили. Вот, ищем мы тут недобитков, может быть, за эту серию, либо за следующую уже грядущую мы все-таки справимся. Так, вот так, да? Хорошо. Нам бы, конечно, все это дело доставить нашему магу Зихиру, хотя можно же это сделать, по сути, да? Как сделать? У него же есть такая тема, как вызов войск, да? Призыв к оружию, там вызов подкрепления. Что-то такое. Но сейчас этим он уже не воспользуется. Призыв к оружию. Исходы при этом опыт и ресурсы. Нет. 75 очков перемещения. То есть нам надо постоять будет денек. Да. Ну, практически там 75% очков. То есть нам понятно, что на всех хватит. На все войска, но... А, блин. Из ближайшего города. Атас. Так, ладно. Тогда делаем по-другому немножко. Вот этим выходим сюда. Так, где-то уже у тебя были городские врата. Ты чё, братан? Ты же учил городские врата. А, ну нет, он не может. Тогда не знаю. Как вариант, Зихира туда запихать. Зихир-то может туда сходить, да? Правда, ему потом опять отсюда топать. Ладно, пока пошли. Мы уже здесь были. Очень низко. Че, охраняешь? Боевая академия. Нападение либо защита. Ну, никогда не повредит, я думаю. Иди нахрен отсюда. Так, у меня и так, и так. Ну, давай защита. Было бы неплохо. Это шахта. Так, ну ты тогда у нас пока стой, что тут? Сейчас неделя еще одна грянет. Это все, конечно, нахрен не надо. Золотой павильон. Потому что мы улучшаемся в другом месте по итогу. А вот то, что нам может пригодиться, так это артефакты на существ. Золото-то на это много уйдет. Нет, не надо мне. Деля гусеницы. Пойдемте пощупаем противника. Золотая шахта. Золотая. Источник вечной молодости. Сейчас бы, конечно, не нарваться ни на кого тут. Так, выходим отсюда. Вот так вот. А что тут мешочек? Какой-то артефакт. А почему тут артефакт валялся? Очень странно. Ха! Кто-то обронил. Ладно, я не буду спорить. Спасибо. Тут у нас есть разные артефакты. Закупаемся. Так, подожди, еще не все. Так, девчонок точно нам не нужно. Хотя, маги, они ведь тоже хотят девчонок, правильно? Им тоже хочется. Иногда. К нижним этим червям. Чтобы вы их приласкали. Девушки. Так, ну давай, стой. Сейчас к тебе подъедут здесь. Так, ты давай смотри, что у тебя тут. Ну, здесь у него город, кто-то в засаде сидит уже наверняка. Мне кажется, один город остался. Так, источник вечной молодости забрали. Так, тут еще какая-то шахта. Золотая, да охренеть вы. Так. Синтиар, да? Синитар. И низкий замок. Че, налетим на него?
Так, караваны не могут двигаться. Давай заберем. А, этот уже пустой. А этот? Оп. Оп. Ага, каменного не могу забрать. Сейчас заберем. А, не заберем. Та-тан, та-тан. Каменного девать некуда. Ладно. Блин, а что, пройти не можем? Да ну нахрен, капец какой-то, жесть. Сейчас из этого голема у нас все завязнет, да? А-а-а, жопа. Забирай, блин. Как-то лучше. Все, сидите оба тут. Вы пока ни хрена не можете. Раззак, рюкзак. Че, пробуем сейчас с пурпурным подраться? Если что, армия у нас есть в резерве. Так, алло, тихо. Нахрен идет. Этого сейчас мы, я думаю, на авто разберем, да? Да. А вот тут сейчас будет, наверное, все веселее. А, забыл сохраниться-то, дебил! Ладно, авто было. Просто пересохраняться придется. Тут замок, все дела. Сейчас можем еще многих и потерять. Видите, бой как затянулся. Хоп, поражение такое. Чего? А тут Летос у нас сидит, как раз таки Летос. Мы практически всех теряем. 40, 28, 102, 12. Плюс сам Летос там еще будет подколдовывать. А Летос мощный парень, да? А, господи. Первого уровня. Так. Джинов будут расстреливать, да? Нет, гремлинов стреляют. Магов стреляют, гремлинов стреляют. Мы, конечно, можем ману откачать, но я, наверное, думаю, что мы создадим фантома. Так, 14, да? Так, 16, а кулаком 19. Ну, давай. А ну-ка с лаком дай-ка ей. Лака не было, но промах, к счастью. Так, ну пока выждем, чё. Так, Джина здесь покалечим. Сюда. Слабо стреляет, конечно, ничего не скажешь. Гремли. А, Джина спинили, да? Так, берсерк. А, берсерк у нас на кого не действует? Правильно, он не действует у нас на черных драконов. Они иммунны. И они полетят с нами драться. Давайте мы все-таки на девчонок положим сейчас его. Она будет больно стрелять. Так, ай-яй-яй, двоих. Ну-ка, ответь как следует. Четверых с удачей, молодец. Скорбь на магов. Хорош. Чуть-чуть потравили девушек. Ай, ну почему вы джин, за джином взялись? Так, кристалл тайного. Создание фантома. Могу големов создать. Давай опять с себя. Промах тебе. И промах тебе, падла. Так, ноль. А вот я попаду по тебе сейчас. Желательно с лаком. Отлично. Ну да, можно умирать смело. 28. Так, этот уже сильно не потравит. Ну, мне приятно, конечно. Ну, что, не критично. А, убил, да? Ну ты гад. Сделай-ка оглушающий. Не сделал. Еще одного теряем. Так, ящерки, давай вот сюда. Так, ну давай, надо замочить их. Ну, хорошо. Один. Могу еще на себя нафантомить. Оп. Приятно фантомить себя. Семь. Так, давай-ка берсерк теперь на тебя, дружище.
конечно, лаг был не очень уместен. Магов потравили. А мы пока вот сюда вниз спрячемся. Так, убил фантома. Ай-яй-яй, вот это вот мерзкий, паскудный ход. Сволочина. Так, у вас что, еще персер? Не вижу пока ни хрена. Нет, а у них яд. Ну что, давай выходим из сумрака и валим их. Так, вот эти опасные. 11, да? Так, 7. А у тебя что? А, яд. Блин, можно, конечно, было бы снять с себя или с него хотя бы. Могу только с себя, да? Ну давай с себя. Не снял? А, яд не работает, понятно. Так, берсерк. А вот тебе. Ай, на девку надо было накладывать. Так, ну давай заберем маны. Оп. Так, может выждем все-таки пока. Кто-нибудь ответочку снимет. Вот так сюда. Так, вот сюда. Она будет там тележки, повозки, наверное, ломать. Так, слушай, ну не хочу я ими жертвовать. Давай еще выждем. Выждем. Очень жалко джинов. А, нет, она стреляет на дистанции. Очень интересно. Вот, теперь мы снимаем ответ. Но... что-то как-то... Ну да, нас сейчас убьют. Маги сейчас умрут, скорее всего. Либо джины. Да, маги убивает. Собака, да. Нам бы воскрешение, конечно. Че у тебя по здоровью? 136, но он тебе ответит больно, я думаю. Ну-ка, попробуй с лаком, а? Пожалуйста, оглушить его нахрен. Не получилось. Так, тут умрут мои. Давай сюда. Так, берсерк. У тебя еще есть. У тебя еще тоже есть. Я даже не знаю, кто из них ближе. Че, может зафантомить хоть? Я вот воскрешать не могу, да? Капец. Можешь, конечно, мертвых поподымать. Так, от кого сейчас будет выстрел-то? В гидру. Отлично. Так, заберем еще маны. Все, у него маны-то нету. Так, а я без тележки, да? Я больше не могу... А, нет, я... С тележкой? Нет, тележки нет. Кончились патроны. Так, берсерк обратно же. На девку. Как бы так сделать, чтобы... А, вот так вот, да. Девка будет больно стрелять. Блин, одного этого мы убили. Кристалл тайного давай сюда. А ему посрать, он пройдет. Так, отходим. Вот так вот заденем. Ну, стрельни в него. Хорош. Давай попробуем добить. Отлично. Так. Давай кристалл ставить сюда. И еще один вот так сюда. Она сейчас под берсом, наверное, по нему треснет. По-половски. Вот хорошо.
Мне будет стрелять, куда не надо. Так, еще берсерка. Надо ее удерживать. Чтоб она дебафы всякие не накладывала. А, все, мы больше ничего не можем, да? Огонь! Неплохо. Так, у нас уже ничего нету. Ой, а сейчас тут в нас полетит, кстати, выстрел. Ах ты, твою мать! Под версом неудобно. Гремлинов стреляют. Нас тут тоже расстреливают, конечно. Мне жалко джинов очень. Их уже не стало. Кулачок сюда один. Сюда два. Ну так-то больше будет, понятно, да? Так, шестеро. Так, ну надо пробираться уже к ней. Один. Кристалл. А чё не кристалл? А, она просто отошла. Смотрите, какая, ладно, сейчас мы его берем. Тут главное сейчас самому под кристалл не встать. Все. Не знаю, минимизировали или нет, но, блин, не так много потеряли. Ну да, поменьше. Хорошо. Тайные знания. Это хорошая штука. Все, всех убил, что ли? Да, походу. Так, тихо сейчас будем. Да, эффективно, быстро и тщательно, юный Зихир. Благодарю за помощь. Не за что. Пришлось побеспокоиться немного насчет подкреплений из Ильмхиджры. Но мы справились. Мне пора в коготь. Но сначала надо поговорить с Годриком. Увы, ты не знаешь о судьбе лорда Годрика. Он стал жертвой лжекоролевы Биары. Годрик, я слышал, что он в тюрьме, болен, но... Всем теперь руководит дочь Годрика Фрида, и настоящая королева Изабель тоже в деле. Изабель против Биары? Почему я не удивлен? Ладно, я пошел искать Фриду и совсем разбираться. А что, на этом все, конец миссии, что ли? Да, блин! С коричневым-то я не поговорил, вот здесь вот меня не было. Жалко, ладно, закрываем. Че, идем сразу в следующую тогда. Развеяние Зарьесы, вторая миссия. В Икшале Зихир показал себе героем. И Лай со своими войсками придет ему на помощь под когтем. Однако теперь Зихир хочет выяснить, что происходит с мятежниками в Империи Грифона. Надеясь объединиться с ними, он отправляется на поиски Фриды, дочери Годрика и герцога Дункана. Так, том магии призыва. Ну это хороший том. И вот я не помню, все ли у нас есть. По-моему, не все. Давайте с него начнем. Так, каждый понедельник Зихир может создать Султаны Джинов 12 существ за... Так, за кристаллов мир 20 и 3 тысячи единиц опыта. Нет, генерацию не надо. Безбожный отщепенец, ты притащил свое бренное тело на святую землю. Я использую его на очищение нашей империи. Отщепенец. Тело моего захотел. Все вы рыцари одинаковые. Подавленные склонности. Не хотел бы я у вас служить оруженосцем. Понятно. Капец, блин. Не успев появиться, на нас напали. Что-то это знакомо. Сейчас мы здесь будем страдать, да, я так чувствую? Так, погоди. Пускай будут единички. Да, блин, я сказал единичка. Неудобно, конечно, здесь. Не как в троечке на HD издании. Хоп-хоп-хоп-хоп, раскидал, поделил. Тут все рученьками надо делать. Ну и что у тебя там? Ага. А сам ты что, 20? Стена огня! Отражение у него есть, вот гад. Создание фантома. Феникс, 1200 урона. Че, давай? Понятно, что магов зачерпнул сейчас сразу. Феникс, конечно, только завтра прилетит, но блин. Так, стой, пока. Коробочка. Да, коробочка. Повелся. Пошел драться.
Так, големов бережем. Капец, ты достал со своим этим уродством уже. Жрите. Будешь стрелять, мне, скотина. Ага, вот так вот, значит. Вражеский герой призывает на помощь демонов. Красные войска, считавшие, что бьются за свое королевство, дезертируют. Они переходят на сторону Зихира. Мало замечательно. Тогда вот так. Так, валим его нахрен. Так, ну тогда пока отступаем, чё. Так, 50. Нет, этот вылезет. Они, конечно, все вылезут, но... Как бы тебя так убить, падла? 28. Надо что-то такое дать. Общего. Общий удар. Ай. А, ну он сдох об эту... Об стену мечей. Так, у нас еще суккубиха осталась, которая сейчас нас всех там будет вырезать, да? А, нет, можно попробовать долбануть. Ну, блин, убей! Ну, не можем пока туда проникнуть. Так, 0-1. Нет, ну просто тогда вот так вот. Мой господин, пожалуйста, я извиняюсь, прошу прощения. Ходили слухи, но у меня не было и мысли. Что? Слушайте, я вроде как занят. Да, конечно, нам надо делать дело, дело Лерата. Я знаю способ снять иллюзию с этих мерзких существ. Один очистительный обряд, и зерна будут отделены от плевел. От плевел. Вот как, вообще-то это было бы полезно. Я могу помочь? Подождите, посмотрим. Нам нужны еще два священника. Прекрасно, к северу отсюда есть священное место. Пошлите их туда и приезжайте сами, когда найдете ее. Ее? Что нам еще понадобится? О, нет, одна из тех. Боюсь, что так. Ничто иное, как слеза Асхи. Вечер перестает быть томным. Пламенный язык дракона. Корона льва. Кого-то нам только что показали. Халат Сарысы. Так, а что это у нас все свернуто? Кто это сделал? Так, это что, мы с героя поснимали с вражеского? Нападение 2, защита от стихии воды. А ты действуй, колдовство, я лучше вот это возьму. Так, халат Сарысы согласен, его менять ни на что не буду, том призыва пусть будет. Замечательно, что заходим. В свои родные просторы. Ратуша. Есть что интересное у нас? Да, в принципе, неплохо. Только у меня места нету под всех этих ребят моих. Вообще есть. Блин, адепты куда-то делись. Ну охренеть. Вот. Не встать. Так, вот это самое главное. 19 адептов просто ушло от меня. Костяк армии свалил. Так, что у нас тут? Низкая. Средняя задача обновились. Что-то про слезу Асхи базарит. Не слышу практически ни хрена. Так, найти слезу Асхи. Важнейший компонент для этого обряда ничто иное, как слеза Асхи. Зихир ощущает ее присутствие, но чтобы отыскать ее, придется осмотреть все обелиски. Найти священника и инквизитора, чтобы провести обряд. Для проведения магического ритуала, который лишит демонов их человеческого обличия, Зихиру понадобятся надежные помощники. Священники, инквизиторы и адепты. Адепт уже предложил свою помощь, и так осталось найти священника и инквизитора. Так, переместите город Зихира к месту проведения обряда.
Для столь могущественного обряда нужны все силы. Зихир должен привести к месту проведения обряда свой город. Найдите место и проведите там обряд. Эти земли кишат демонами, скрывающимися за личинами людей. Чтобы сорвать с них маску и скрыть их подлинную природу, Зихир должен сделать то, в чем больше всего поднатрел, провести магический обряд. Понятно. Ладно, потихонечку начинаем разгоняться. Так, низкие кони. Это у нас кто? Это у нас все тут. Так, тут конюшню охраняют, пацаны. Не дошел, да? Так, артаверна у нас нету пока. А, ну как же без вражеских героев-то? Я-то думал, мы так сейчас почилим немножко. Так, в принципе, наверное, все-таки карта-то немного, небольшая будет. Так, ну что, пойдем орду завалим, нам конюшни нужны. Один, ладно, я согласен, в принципе, это немного. Так, вот с этими может быть тяжело драться. Но пошли. Они выжгут всех. Так, вручную. Выжигать будет. А золотая шахта нам очень нужна. Тарарара. Так, вот этих сюда, наверное. Короче, вот эти будут защищать. Так, вот в шахматном порядке расставим. 39 горгулей. У вас их запихать-то всех. А, нормально. Вот так сделаем. Да? Так. Держи. Попробовать Феникса позвать. Есть, конечно, Берсерк, но он сейчас здесь не сильно поможет. Блин, Феникс только завтра прилетит на помощь. Так, ответка. Кони, к сожалению, слишком быстрые. Один. Два, три, нет. Потеряем много големов. А, ну с удачей. Тогда сколько у нас удачи? 5. Неплохо. На. Ай, сжег, сгорел, блин. А Тауры сгорел. Блин, Фениксы идут завтра только. Всю армию перебили мне уже, гады. Твою мать. На. Так, слушай, с этой гадостью надо заканчивать. Есть чем закончить, а? 4. Глыба. 5. Отлично. Ну да, как бы дохренища. Потери-то не маленькие. Ну, шахта того стоит. Так, таверну надо поставить. Мне нужен второстепенный герой, чтобы... Одинаковый, кстати. Давай девчонка пусть будет. Так, улучшать никого не можем. А, вот этих могли оказаться, блин. Девчонка будет собирать все. И слезу посещать тоже. Обелиски. Ну, совсем мало их тут, скорее всего. Да и карта, в принципе, относительно небольшая, как я погляжу. Так, что ты у нас будешь делать? Проводить разведку, собирать дерьмо всякое. Конюшенков. Так. Бесхозного здесь пока ничего не вижу. Идем дальше. Так, тут обязательно шахта. И идем вслед за девчонкой. Так, что у тебя там есть-то? 9 этих, давай мне 9 горгулей. И даже вот этих 25 тебе все равно ни нахрен не нужны, правильно? А Зихиру очень нужны. Так, магистрат 2000 даст, да? Это 1000 прирост. Гильдия магов, литейный цех. Так, у меня такие, да, все?
Давай магистрат. Там будет 3000. Потихонечку можно идти в экономику. Ладно, друзья, предлагаю пока на этом серию закончить. Вот, продолжим играть с вами в следующей серии. Наконец-то у нас уже вторая миссия пошла. Не думаю, что она затянется. Хотя, все может быть. Тут, кстати, вот этот ментор, да? Я разговариваю, готов появиться в здании со всяким, кто живет здесь. Любой герой может полностью сменить все умения и способности, полученные прежде. Самый полезный, наверное, чувак вообще во всей пятерке. Очень классный. Его, кстати, можно увидеть, разглядеть. Такой вот маг сидит. Курит кальян. Дед Мороз. Сейчас мы его разглядим. Кстати, даже слышно, как он пышет. Он Хоттабыч. Прикольно. А, блин, уехали. Ладно, это все. Камера такая. Тут можно, в принципе, снимать, что хочешь. Отдалять ее можно, как хочешь. Ой, все затупило нахрен. Обратно. Ой. Все, вот так, короче. Ладно, друзья, большое спасибо еще раз, что смотрели. Надеюсь, серия вам понравилась. Всего вам самого наилучшего. Оставайтесь дома, как это сейчас говорят по телеку. Вот пока у нас карантин, все дела. Отдыхайте, если имеется возможность. И набирайте сил перед предстоящими рабочими днями. Всем счастливо!